Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин luchetool.ru. Смотрите, сегодня у нас новиночки от компании Циркон С. Вот такая вот красота. Новая совершенно модель. Чем она примечательна? Посмотрите, какое хорошее занижение у сережки. Около полумиллиметра. Серьги не тяжелые, при этом открытие у замочка достаточно большое. Да? И мочка будет прикрыта вот этим таким фантазийным серебряным элементом. Сережки по длине где-то порядка 3,5 сантиметров, камушек будет работать на просвет. Ну и, конечно, за счет того, что камень у нас идет полностью завальцован, да, ничего цепляться не будет, портить ничего не будет. И шикарный совершенно здесь у нас с вами стоит принит, очень прозрачный, хорошего такого ровного, спокойного, пастельного, салатового цвета. По колечку. Колечко у нас тоже с такой же фантазийной оправой, тоже все гладенько завальцовано, да, ничего лишнего здесь нету. 19 размер за счет того, что шинка, видите, достаточно наверху широкая, камушек без подложки. Но 18,5 мне прям вот сел как влитое, да, как бы. То есть на пол размера оно все-таки маломерит. И камень без подложки, то есть цельно идет самоцвет. Для того, чтобы посмотреть цены на нашем сайте luchet.ru, везде есть ссылочки, набираем артикул 10091. Все украшения, которые начинаются с 10.0, это прям новинки. Дальше у нас есть родонит, вот такой приятный у него, да, светло-арбузный такой мякоти. Оттенок 17,5. Ну вот на 17,5, конечно, прям плотноватенько он мне садится. Но у меня пальчики с подушечками. Если у вас более ровные и вы любите, когда колечко плотно садится, в принципе, будет очень даже неплохо. Дальше мы смотрим. У нас есть еще кианит. Красавчик, да? Размер тоже 17,5. Вам всполохи покажу. И последний красавец наше чудо, сиреневое чудо Сибири, чароид. И чароид у нас в размере 18,5. Его я померила сразу на размер меньше. Хороший такой базовый гарнитур. С другой стороны, в принципе, на мероприятие тоже можно в нем пойти. Серьги у нас по весу 12,94, то есть где-то 6,5 грамм на ушко. Заходите, пишите нам, звоните в WhatsApp. Написан, и в профиле он везде есть. И мы, конечно, ждем вас в нашем магазине. Всего самого хорошего!